Уважаемые участники конкурса, от всей души поздравляю всех вас и нас с началом конкурса «Очарование струн певучих». В этом году конкурс проводится в видеоформате, но мы уже с весны привыкли к этому формату и относимся как к необходимости участвовать не живьем, как мы привыкли, в концертном виде, выступления на сцене, а каждый в своем учебном заведении записывает программу и предоставляет на суд жюри. Я желаю всем участникам конкурса в видеоформате понять одну вещь, что это все недолго, это все закончится. И в следующих годах, в следующем году или, может быть, через год, мы все равно сможем собраться в этом замечательном городе Петрозаводск и встретиться, и обсудить наши все проблемы, все наши заботы, провести круглые столы очно. Вот. А сейчас всем удачи и всего хорошего!